Первая фабрика «Авангарда» не только радует глаз, но и ласкает слух. Одним из первых свой музыкальный подарок сделал ансамбль авангардного и фриджаза трио СПГ. Перед публикой выступили Александр Сокуров, Роман Петров, Владимир Гришанин. Программу из двух произведений музыканты называют микросюитой. Впрочем, у нее есть название, причем весьма поэтичное – «Сказки осенних мануфактур». Артисты поясняют, что именно форма трио позволяет наиболее полно раскрыть музыкальные решения. Состав подразумевает стиль фри, и программа, которую мы подготовили, она состоит из двух произведений, такая микросюита, назовем так.